Если долго не влюбляться и сидеть все время дома, начинают появляться нехорошие симптомы. Вдохновение импотентно, и тоска суставы гложет. Тут врачи некомпетентны, тут аптекарь не поможет. Мы от врачей убежим, впрочем, постельный режим не повредит при простуде банальной. Надо ложиться в кровать и рифмовать, рифмовать, и через час смаковать гениально. А потом, как панацею, взять бутылку цинандали и уйти гулять без цели, расставлять следы сандали. С каждым шагом меньше-меньше ощущений незавидных, и все больше-больше женщин, незнакомых, миловидных. Вот самый лучший рецепт, хоть ни один фармацевт вам не пропишет подобной микстуры. Надо ложиться в кровать и целовать, целовать кожный покров обнаженной натуры. Адекватное лечение и приятное. И полезно возвращается в лечение, меланхолия исчезла. Селезенки и печенки, как часы после починки, так блестят все шестеренки, так звенят в руки пружинки, а коленки, как резинки, каблуки стучат в мазурку. То фламенко, то лезгинку, только искры из мензурки, то в присядку по старинке, под шарманку, под волынку, то лезгинку под сурдинку, то березку, то рябинку.